Всем здорово, с вами Кокос. Ну, наконец-то, видос. Очень долго видосов не было, но... Это Крей. Мне давно была реклама по Крею, о май гад. Поэтому я решил его записать. И похоже, это какой-то режим Фортнайта. Что с графикой? Это... Что это такое? Что происходит? Где я? Кто я? Я вообще сейчас не одупляю. Что тут надо делать? Это какое-то мобайл выживание или... Спасите! Что тут делать? Короче, я там не разобрался, поэтому будем другой режим играть. В Крей, как бы, нормально. Тут графика уже нормальная. Оу. Воу-воу-воу-воу, потише. Захватывающе. Короче, я уже поиграл. О, кто-то добрался до конца, наконец-то. Более или менее понял, как в эту игрушку играть. Но все еще жестко нублю. Почему не могу делать двойной... А, я сальто не делаю, я просто делаю двойной прыжок. Ай! Гады. Это там кто-то, короче, в комнатке, вот в этой, берет и нам всю игру поганит. Ну, поганцы, не заходите туда, ё-моё. Вот! Эту решетку перепрыгнуть. Это недоразумение. Будьте, зеленый скин, сколько он стоит? Ну, по-видимому. Я якудзи! Если вам понравился Крей, ну это еще не конец, естественно. Мы все наконец-то подохли. А я пешочком пойду. Вы этого не видели. Thank you.
А, все идет. Да и фак. Это капец. Почему он только настроил? В смысле? Так, продолжаем. А, его тут нету под люки. Надеюсь, вам заходит мой видосик по краю. Потому что. Наконец-то. Оп, я тут один играю на этом сервере. Я об стену, да, так сделался. Ладно. Давайте по новой еще разок. Ладно, еще последний раз пробуем и заканчиваем видео. По краю. Понятно. О, я почти до конца дошел, капец просто. Ладно, ребята, на этом я закончу свое видео по краю. Если вам понравилось, ставьте лайки, комментируйте и все такое. Goodbye.